время появился такой диагноз, называется «бросил по СМС». Вот. Хорошо, что не по пейджеру. Вот. Мы вообще, в принципе, каждое отношение представляет собой то, что в психотерапии называется гештальт. Значит, это представляет собой некую ситуацию, которая должна развиваться как история. Значит, мы в рамках своего взросления усваиваем некие истории, как бывают отношения заводятся, и как они развиваются, и чем они заканчиваются.